Итак, привет. Еще раз начинаем. Сейчас у меня скачался уже в вид такой, что есть Affinity Form, Infinity Form. Для каждой формы есть значения. Под каждым словом дублируется такая же строка с знаком параграфа. Это сделано для того, чтобы мы сейчас это все перенесем в Excel, там сделаем Devanagari, потому что по-другому я решить это пока что не могу. Обрезать символы до 8 слов я пока что тоже не могу, именно через контент я не смог это сделать. Так, для начала уберем вот такие вот строчки, то есть пустоту. Как мы это сделаем? Идем в наш документ, создаем сразу копию, если напортачим. Открываем его с помощью нотопада, чтобы было более видно. Так, итак, у нас есть вот такая структура. Если у нас встречается такая именно структура, мы ее просто удалим. Выделили то, что нам необходимо, нажимаем Ctrl-H. Оно сразу записалось в виде, в том виде, в котором нам необходимо. Так как это многострочный режим, то мы видим все это в одну строку. Так, заменяем его на что? Просто на BR, наверное. Или попробуем сначала на пустоту заменить. Вот у нас что получилось. Если сохраним, проверим. Стал прямо открывать в HTML. Вот, ёлки-палки. Указал программу. Так, открыть с помощью Google. Итак, вот у нас что у нас получилось. То есть пустые Infinity просто убрались. Теперь найдем еще Infinity. Теперь вот есть. Есть Infinity пустые. Так, закрываем. Идем опять же сюда. Ищем просто через поиск. Вот есть такая штучечка, как пометочки. Найти все. Смотреть, что у нас получается. У нас выделяется каждый Affinity блок. Итак, вот мы нашли, где у нас пустота есть. Потому что по-другому вот так. Берем вот так, опять нажимаем Ctrl-H, оно сюда записалось, и заменяем, просто заменяем. Так, так мы избавились от мусора. Сохраняем, проверяем. Infinity, все красиво, все классно. Вот есть еще попадаются, где нету, не подтягивается сам текст Оливера, но это уже проблемы Оливера. Так, дальше. Обрезание вот этого текста. Ну, сейчас мы попробуем это сделать. Так, дальше наши действия. Давайте попробуем с помощью, так сказать, с помощью Excel не обрабатывать ее через
говорит, что это не его формат. Действительно ли мы хотим это сделать? Мы ему говорим, что да, очень хотим. И что мы видим? Сейчас мы открыли исходное форматирование. Почему разбились сразу на колонки? Потому что у нас диакритика вся отделена точкой с запятой. Поэтому мы получили, так как табулятором является точка с запятой для колонок из CSV файлов, а он считает, что это текстовый файл фактически. Вот мы и получили точки с запятой. Но это не столь страшно. Так, это у нас два варианта есть. Обрабатывать здесь текст, и это очень неплохо, потому что у нас останется все исходное форматирование, и мы сможем спокойно преобразовать весь двоногорь и оставить его таким, как есть. Или взять, вставить, так как мы это делали, просто через вставку, и так как у нас документ очень большой, то скорее всего тут сразу есть диакритика, то скорее всего я сейчас остановлю, преобразую в диакритику. И тогда продолжим. Так, у меня для преобразования диакритики есть просто отдельный макрос. Значит, я пока что это закрываю, не сохраняю. Берем. Выделяем все. Так. Тут немножко, как всегда, бардак. Так, пока что, в общем, вот у меня есть скрипт, который это все делает. Я просто вставляю. Вот я вставил, она у меня. Так, смотрим. Точка с запятой в конце. Точку с запятой надо через слэш экранировать. Нажимаем, поехали. И теперь очень долго будем ждать. Пока что я останавливаю запись.